Иракские военные уничтожили второго человека в группировке ИГИЛ, запрещенной во многих странах, включая Россию. Абу Амар Аль-Абиди, бывший полковник иракской армии, бежавший из тюрьмы Абу-Грейб, у боевиков возглавлял штаб военного совета. Как сообщило местное телевидение, Аль-Абиди ликвидировали во время авиаудара правительственных ВВС по позициям экстремистов в провинции Анбар на западе Ирака. Главарь же ИГИЛ Абу Бакр, по некоторым данным, сейчас находится в Ливии под усиленной охраной.